Пам-пам-па-бам-пам-па-бам-пам. Я не помню мелодию. Всем привет, чуваки, это прослушка. Сегодня мы слушаем новый альбом Твета Хай-Тек 2. Я не слушал первый, я не слушал предыдущие альбомы. Этот альбом недавно вышел, и я все-таки решил его прослушать. Твета я слушал только на совместках. И мне очень нравится совместка Салуки с Цветом улицы дома. Это вообще трек прошлого года. Ну, один из треков, который выстрелил в прошлом году. И очень часто его можно было услышать на вечеринках, каких-то тусах и так далее. Все, окей, давайте слушать 12 треков тут, в общем, outro. Ладно, окей, интро, outro, все заебись, все как надо. Погнали, Flytek. Хорошее интро, прям вообще отличное начало альбома. И что прикольно еще? Что прикольно, автотюном еще идет на фоне там голос. Так, тексты. Неплохо. Так, прикольно что-то. МСК. Моли, секс, куш, кома. Так прикольно, я вообще удивлен. Эй. Постоянно вспоминаю, что мне рано умирать. Как дойти до магазина, когда ноя давит вниз на мои белки, как будто килокоммунист. Я так понял, это ведь это ведь непривычный стиль для ответа, да? Видимо, потому что это совместка, может, с Никсом. Ну, так-то прикольно, в принципе, звучит. И припев поделили, считай. Сначала один, потом другой. Нет, опять убавляется. Ладно. Низкая жизнь. Девика Шоути. Так, вначале было слово. Вначале было слово, когда мы были молодыми, все вокруг казалось юным, трава была. Это строчка группы Юг. Блин, мне так нравится, когда рэперы делают такой рефрен какой-то. Как Хаски, допустим, в 98 флоу у Big Baby Tape. Он там вспоминал всякие строчки. Очень прикольно, мне нравится вот этот трек. И бит такой клёвый, вообще легкий. И флоу здесь такое же. Ну, короче, я не знаю, как объяснить, но это очень прикольно. Классно. Можно даже добавить себе... Но пока вопрос, либо один трек, то есть, ну, либо несколько треков, либо вообще весь альбом. Daytona. Блин, круто, и тексты прикольные вообще. Так, следующий трек, почему? Текст. Высокий так игра. Блин, так слушать, странно слушать автотюнового. Странно. Это вообще прям про меня.
Хоу-воу-воу, эй-эй. Прикольно. Очень спокойно так и красиво. High technology. Это, наверное, заглавный трек, да? Это же Джастин Тимберлейк и Тимберлейк, ой, 50 Cent. Прикольно вообще. Так играет флоу, вообще классно. Так забавно звучит. Даже не надо Джастина какого-нибудь русского звать на припевы. Можешь сам автотюном справиться. Love Deluxe 69.2.0. Что? Блин, как у Фейса было, пауз. Тоже с тех времен музло, короче. Так забавно слушать. Такой олдскульчик типа. Забавно, забавно. Идем дальше, зеркало. Что-то грустненькое, да, походу? Не очень мелодичный какой-то цвет стал. Замечаете вообще, вы следите за его флом, как он меняется. Так, про кого это? Джимба. Хорошо. Следующий трек. God. Почему не two? Да я делаю шаги по поверхности воды. Я не с Эминемом? У Эминема был трек Rap God, и типа там были еще у него в песне, не помню название песни, но он типа по поверхности воды шел. Это было бы забавно. Это просто предположение глупое. Короче, лайтовый такой альбом. В 2017-м ярый Painkiller воспламенил хип-хоп и с тех пор все это неповторимый стиль в рэперном. На хай-тек заходит в этом гораздо дальше предыдущих работ. Агрессивное исполнение и резкое звучание в нем сменяется вкрадчивым, неторопливым композициям и пронзительные биты утонченным саундом с нотками синти-вейва. Прошедший перемен особенно демонстрирует ударный трек, не скажите почему. Но пока не знаю все-таки. Что-то как-то. Альбом интересный по битлу. Короче, я несколько треков только добавлю. Блин, вообще прикольно. Короче, это точно летит. О,
утро. Завершающий трек. Я не хочу, чтобы так заканчивался альбом. Вот и все, закончился этот альбом, очень такой светлый, какой-то добрый, приятный, легкий, парящий где-то в небесах. Я был очень удивлен, услышав это. Я думаю, многие вообще удивились, зная ответа того, который он был, и того, который представлен здесь на альбоме. Вот. В общем, несколько треков мне понравилось. Когда буду монтировать прослушку, я для себя выделю, ну, какие-то, короче, я себе добавлю, потому что сейчас я не вспомню, вот, но прикольные были, прикольно было, вы видели, наверное, да? Вот, я рад, что я прослушал, в общем, этот альбом, и, возможно, я прослушаю его прошлые вещи. Ну, а вам хочу сказать спасибо за просмотр, комментируйте, предлагайте что-нибудь прослушать, как вы могли понять. И скоро увидимся. Check it out.